заброшенная территория совсем рядышком с центральной набережной Ялты. Если забраться туда со стороны улицы Бассейной, мы сразу попадаем к одному из особняков. Судя по доступной информации, это здание принадлежало члену портового правления Василию Овчинникову и его брату Григорию. На Яндекс.Картах особняк отмечен как усадьба Мельцера, вводя в заблуждение, хотя информация в разных источниках очень противоречивая. Василий Овчинников отрезал часть участка своему брату Григорию, который в 1903 году построил тут довольно сдержанный для тех времен двухэтажный особняк из серого камня в стиле неоклассицизма. Внутри здания в очень плачевном состоянии. При входе нас сразу встречает лестница на второй этаж особняка. Несмотря на общее состояние здания, некоторые комнаты сохранились в весьма нормальном виде. Расписные потолки поражают своим внешним видом. Очень удивительно, что некоторые предметы интерьера все еще остались на своем месте. Большинство комнат, тем не менее, выглядит совсем грустно. Даже стекла не разбиты. Тут прям сохранилось так все. В доме очень много, совсем неплохих, но очень неуместных для здешнего интерьера художеств. Парковая зона вокруг здания – это отдельный вид искусства. Вот здесь такая пыль. Снаружи особняк выглядит гораздо привлекательнее. Пройдя дальше по участку, есть еще одно здание. В 1911 году Василий Овчинников продает участок мебельному фабриканту Мельцеру.
В Ялту его привел большой мебельный заказ для еще строящегося тогда Ливадийского дворца. Тогда Южный берег был похож на буржуазные курорты Европы, поэтому промышленник решает обзавестись здесь собственной дачей. И в 1914 году заказывает проект собственного особняка. Так, в 1915 году между замком Василия и дворцом Григория Овчинниковых появляется еще один особняк, построенный в духе итальянского ренессанса именно для Мельцера. Это, походу, нам написано, да? В 1918 году Мельцер покинул полуостров, основав новую мебельную фабрику в Берлине, а его особняк был национализирован и включен в состав санатория «Красный летчик». Во время оккупации полуострова в особняке располагался отдел гестапо. С балкона особняка открывается прекрасный вид на Ялту. Площадь участка очень большая, но, к сожалению, совсем не ухожена. Помимо множества растительности, тут есть зона отдыха с беседкой, фонтаном и скамейками. Он боится.